Сегодня я пришла в магазин. Библиотека, так сказать. Вот первый этаж. Это рай для художника. Вообще я пришла покупать краски. Выбор мой остановила вот на таком наборчике. Потому что я... Так, нет, это тяжелый, это большой какой-то. Это не тот. Вот, работаю акрилом в последнее время, так как он быстро сохнет и, ну, дает разные возможности хорошего смешивания красок. Вот эту фирму беру первый раз. Буду пробовать. Вот есть еще тут варианты в тюбиках. Но по цене они получаются дороже, потому что другая фирма. Обычно я покупаю другой фирмы краски. Ну, будем пробовать что-то новое. И еще вот мне понравился вот такой вот контур. И даже нашла здесь вот по-русски золото. Так что будем брать все, 100%. Новым шедевром быть. Новые краски очень понравились. Яркая цветовая гамма, и они хорошо смешиваются и дают нужные оттенки. Мой новый проект по переделке школьной сумки для дочки. 2 года назад купили однотонный розовый рюкзак. И так как дочка в тот момент любила и смотрела мультик «Грандайзер», то мне не составило труда нарисовать ей любимого героя. А в этом году хотели купить новый рюкзак, но старый в отличном состоянии, и решили просто обновить картинку. Выбор сюжета очень символичный. Мою старшую дочь зовут Шадия. С арабского языка означает «поющая птица в райском саду». Вот я и решила нарисовать цветы и колибри. Смотрите видео до конца. Не забудьте подписаться на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Буду благодарна любой вашей активности.